В Московской области подведены итоги трехдневного голосования. На выборах губернатора побеждает кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Воробьев. Свой голос за действующего главу региона отдали более 83% жителей от общего числа проголосовавших. Явка, которая зафиксирована в Московской области за три дня выборов, рекордная для региона. Она составила более 55%. В своем телеграм-канале Андрей Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за активную гражданскую позицию. Это говорит о том, что мы одна команда, мы сплачиваемся и прекрасно понимаем со своей стороны, что для нас это большая ответственность. Ответственность оправдать ожидания, доверие жителей.